Камчатская полиция разыскивает автоугонщика и похищенную им машину Toyota Vista с номером В112ЕА 41 региона. Авто 1987 года выпуска, белого цвета. Злоумышленник угнал машину возле пограничной 28 в Петропавловске, предположительно с 10 вечера 15 февраля до 12 часов дня 16 февраля. Если вы знаете возможных подозреваемых или где находится автомобиль, сообщите по телефонам, которые указаны сейчас на ваших экранах.